Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Ты думал то, что я так буду начинать этот ролик? Может тебе еще единорогов призвать, чтобы они тебе накакали радугами на газон, а? Может тебе еще бабочек из живота выпустить? Фиг тебе не новогоднее настроение. Вообще в темноте буду сидеть. Это же хоррор, ёханый баб... Нет, так слишком темно, подожди. Вот так нормально будет. Это же хоррор, ёханый бабай! Вторая часть того нашего сумасшедшего приключения, когда мы отправились в одну школу, где произошло какое-то убийство школьника, а я то ли какой-то учитель, то ли его друг, я не знаю. Мне нужно разгадать преступление, что же здесь происходит, потому что я не знаю. В предыдущей серии мы сюда пришли уже через неделю после этого криминала и дошли до подвала. Короче, следующая серия того, как я буду обкакундиваться прямо сейчас. Вторая серия того, как я буду пугаться от того, то, что кто-то топнул где-то за дверью. Я только начал серию, у меня уже мурашки по коже, ёханый бабай. Ладно, мы продолжаем. Но это все из-за тебя, честно, это все из-за тебя. В том плане... Я опять слышал, как кто-то... Алло! Кто тут есть? Я уже обкакуй... Эдисон, спокойно, ты всего лишь карта Майнкрафта, всего лишь кубики. Ладно, но ты знаешь, что нужно делать. Под предыдущей серией я читал много ваших комментов, и много людей писало, что, мол, Эдисон, мне нравится, когда ты проходишь хоррор-карты. Давно такого не было, и, Эдисон, я бы хотел, чтобы ты чаще их проходил. Да без проблем! Да там всего лишь кто-то про... Может мне закончить эту серию, пока не поздно? Ладно, я готов, только если ты подпишешься прямо сейчас на канал. А если не подпишешься, то будет что-то ужасное. Да не надо тут никто не выходить, это я мирный, это я ютубер, это я с камерой пришел. Я просто с камерой пришел, чтобы наснимать контента. Контент в подвале, что может быть лучше? Веселимся, главное не грустить, главное... Ау! Главное не грустить, никто тогда тебе пятку не откусит. Ну, это как сказать... А, это я еще ниже спускаюсь. Куда я в преисподнюю? А, вот... Это просто был склад книг, а вот это на самом деле сейчас подвал будет. То есть я, знаете, так обрадовался, то, что я смог пройти подвал, но на самом деле я его еще не прошел, подвал только сейчас начался. Короче, да здесь никого не будет! Всего лишь лампочка где-то пукнула. И все! И сейчас тут стул упадет, ну допустим, ну сейчас еще какая-то одна лампочка взорвется. Да слушай, ничего не будет, да в HP ничего не будет. Да. То если сейчас дверь передо мной закроется, я удаляю Майнкрафт. Хуя! Я знаю, карате меня батя в детстве учил! Не? Раба, это столовка. Галина Петровна, заварганьте мне, пожалуйста, блинчугана. И в блинчуган заверните, пожалуйста, котлетос. Кто в жизни вообще ел блинчуган с котлетосом? Я на самом деле хотел бы попробовать, вкусно это или нет. Но мне почему-то кажется, что, знаете, не особо это вкусно будет. Короче, я выбрался отсюда, я не знаю, может мне сюда пойти, ядрить, колотить, здорово. Что здесь такое? Нет, здесь ничего нет. А, я видел то, что там была еще какая-то лестница, поэтому, скорее всего, мне нужно прямо... Или... И да, в туалет можно памперсы зайти поменять? Нет, мне кажется, туалет закрыт. Никто меня туда не пустит. А, памперсы бы... Извини, чистая сила. Изыди, сатана. Новая записка у меня. Чувак, с тобой все нормально? Ты прыщик на голове выдавил, тебе там немножечко кровушка пошла. Вытри, пожалуйста. Ладно. Я не знаю, что произошло. Охранник, его убили. Я должен найти улики, чтобы понять, что произошло и кто его вообще убил. Разрешите, пожалуйста, пройти. Разрешите. Я вот тут рядом. Не заляпать, главное, свои кроссы об эту кетчуповую жижу. Или это кетчунес. Это реально кетчуп с майонезом? Ну, не учитывая, что это кровь, ну... Здесь кто-то есть, а не бодихоум! Hello, my friend, hello! I'm from Russia! I'm not afraid, I'm not afraid, not afraid to take... Нет, я не Eminem, чтобы концерты давать. Я сейчас зайду в туалет памперс поменять, пожалуйста, не убивайте меня. Прр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 рrr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 r
Это что было сейчас за х? Остальные четыре буквы я не буду говорить. Вы сами догадались, что я хотел сказать. Это, то есть у меня сейчас вьетнамский флешбэк должен был быть? Я думал то, что сзади меня кто-то появился, и он типа... Ну, не за битбоксил, а хотел убить... Ладно. Я хотел зайти сюда поменять памперсы, но как получилось, я уже должен два раза памперсы менять, потому что, ну, произошло что-то слишком страшное. То есть, алё, ядрить, колотить, почему... я сказал... Алёна! А почему я дальше не могу пройти? А, да, точно, здесь какие-то... Здесь какая-то же записка была. Так, все, можно надеть опять наушники. Не смешно. Так, хорошо. Новая записка. Давайте прочитаем. Я сказал, прочитаем. Можешь открыть ее, пожалуйста? Открой. Вот, наконец-то. Здесь они нашли Мартина. Мартин — это тот чувак, которого убили. Он имел много ножевых ранений. А сейчас мне нужно пойти в пятый класс. Ну, anybody home, я сказал, я спросил, точнее. Пятый класс. У-ху-ху-ху-ху. Открой, открывай дверь, открывай дверь. Ой, ёханый бабай. Всем здорово. Дети, выходите на перемену, дети. Детишки. Вот детишки. Ой, господи, пожалуйста, не выпрыгивай никто, пожалуйста. Дайте мне просто... Да, я же нажал сюда, ёханый бабай. Ага. Да ты дебил, ты дебил! Ну что, тест какой-то, да, значит? Мне эта музычка уже очень сильно не нравится. Какой-то тест, хорошо. Ага. Тест в школе, да? Все хорошо. 5, 4, 3. Не зачет. Ты на пересдачу. А ты вообще дебил, на следующий год останешься. О, здесь вообще, наверное, ума палата у человека. Ага. И здесь все плохо, все плохо. У всех все плохо, у всех неправильные ответы. Там неправильные ответы. И сям неправильные ответы. Что ж, класс дебилов-то какой-то. Ну, опа. А здесь все правильно у этого человека. Все правильно. И... Leemos asustado, profesor. ¿Cabo? No era nuestra intención. Disculpe nuestra euforia, pero al verlo venir no pudimos aguantar la emoción. Don't fala español. Not español. Я не знаю, что... No quería repetir curso. Курсо, репетир, курсо. Фалу португис, машину на сейб, на фалу шпаньол. Don't speak Spanish with me. А почему он со мной начал на испанском разговаривать? То есть мы в Испании, да, находимся, как я уже сказал. Por fin, nuestro profesor favorito está aquí con nosotros. Y no estará para siempre. Sí. Да что за дичь происходит? Дурдом какой-то. Люди начали на испанском говорить просто так. Профессор. Я ничего не понял. Почему все начало на испанском? То есть, как бы карта была на английском, но в конце пришли дети, которые... Спаньол, фаламуш, спаньол, профессор, комек что тут был? Короче, как я понял, и как мне объяснили, суть в том, я стану сюда... Да хватит, я знаю, то, что там страшно, там молния. Как мне объяснили, суть в том... То, что этот ученик очень хорошо учился. Как мы видели по тестам, у этого человека, которого убили, у этого ученика, были одни пятерки. Он был прям отличником. А его убили одноклассники, которые были двоечниками. И типа он, скорее всего, просто не дал им списать, они его... Кик-кик-пу! Немножечко так завалили. Концовочка такая себе... Но карта очень атмосферная. Настолько то, что на протяжении всей карты, на протяжении всего прохождения у меня были мурашки.
по коже. И как раз-таки именно после этой карты мне проснулось желание записывать как можно больше хоррор-карт, потому что мне это нравится. А если тебе это понравится, это будет еще лучше, потому что если ты хочешь продолжение, если ты хочешь видеть хоррор-карты не только со мной, а еще и с Катюхой, дай мне знать. Напиши в комментах, влепи лайкусик, подпишись на канал. Если ты подпишешься на канал, мне будет очень приятно, я обещаю то, что я буду радовать тебя новыми роликами как можно больше. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. И помните, что это был хоррор, а не радужные какашки, пони у тебя на газоне. Или возле холодоса. Или бабочки у тебя во сне. Короче, неважно, это был хоррор, нужно пугаться. Бу! Когда я говорю бу, нужно пугаться. Слово бу подразумевает то, что ты должен испугаться. Бу! Пока всем.